Теремок ТВ. О, а где же Жак и Николя? А, вот вы где. Ну, что вы там делаете? Жак опять что-то придумал. Что ты придумал, Жак? Так, интересно. Что это? Вот это да! Это же реактивный ранец! Ну вот, кажется, не работает. Ай-яй-яй, ну в другой раз сработает. О, у нас гости. Эй, держите своего козла при себе. Что вам нужно? А, вам нужно отвезти козла на ферму. Жак, Николя, возьметесь? Ну, тогда скорее в гараж. Какая машина нам понадобится? Может, это? Тогда это. Тогда это. Отлично, за дело! Можно ехать! Жак, Николя, кажется, козлу не очень комфортно. Ребят, давайте проверим козла. Как там он? Я переживаю. Да, кажется, нашего козла укачало. Надо придумать другой вариант. Жак, у тебя идея? Ну, тогда скорее к гаражу. Жак, что ты делаешь? Ты не хочешь говорить? Николя, может быть, ты знаешь? О, что происходит? Вот это да! Жак, это же летающая тарелка! Ну, как ты посадишь в нее ребят? Вот это да! Какое изобретение! Жак, ты просто молодец! Ну, теперь вперед! На ферму! Вот эта скорость! Главное не пролететь мимо фермы! Прилетели! Жак, а как высадить козла? Так... А что дальше? Понятно, катапульта. Ребят, вы такие молодцы, особенно Жак, ты очень удивил. Ну а теперь полетаем. До встречи, ребята!